Аффирмации для четвертой чакры анахаты. Анахата принадлежит к стихии воздух, соответствует сердечному нервному сплетению и управляет сердцем. Йоги утверждают, что тот, кто овладел ею, приобретает способность летать, входить в тело другого человека, обретает всевидение и космическую любовь. Эта чакра центральная, она соединяет небо и землю, вверх и низ, левое и правое, внешнее и внутреннее. Поэтому открытость этой чакры и отсутствие всяких блокировок в ней – это совершенно особое переживание. Наши новые мысли. Чем дольше эти страхи будут жить во мне, тем больше они могут укрепляться и отгораживать меня от мира и людей. Я иду в них, чтобы открыть для себя, что я должна понять о себе. Я защищаюсь, потому что боюсь чего-то. Я принимаю свою слабость. Я позволяю страхам начать подниматься на поверхность сознания, чтобы работать с ними, переживая и отпуская. У меня есть два выхода: либо уйти из этого мира, либо жить и наслаждаться всем, с чем я встречаюсь в жизни. Я выбираю второе. Я отпускаю свое прошлое и открываю сердце жизни. Добро и зло – порождение только моего ума. Я создаю свое видение мира сам или сама. Я отпускаю свое прошлое, я позволяю ему уйти. Я учусь видеть в жизни и в людях положительные стороны. Если внешнее равно внутреннему, следовательно, это я сама, сам создала эту ситуацию в своей жизни. Я отпускаю мысли о ней, я вижу свою боль и переживания, отпускаю ее. Я разрешаю чувствам и эмоциям течь, это безопасно. Почему я люблю и не принимаю себя настолько, что постоянно наношу себе вред? Какое у меня о себе мнение? Я отпускаю все. И отпускаю все свои негативные оценки себя и своей жизни. Я всегда и все делаю правильно. Люди всегда стараются делать мне хорошее. Я расслабляюсь. Я живу не для того, чтобы всю жизнь таскать на сердце какую-то ношу. Я отпускаю ее и позволяю себе распрямиться. Жизнь – это легкость и свобода. Все поступки, которые были совершены, были мне нужны, чтобы лучше осознать себя и свои связи с миром и с людьми. Я отпускаю свое чувство вины. А нет вины – нет и наказания. Эмоции – это вкус жизни. Мои эмоции текут свободно, я наслаждаюсь напитком жизни. Чувства – это мои связи с миром и людьми. Пусть они лучше существуют, чем я буду ходить в плохом настроении, в нервозности, в неверности. Что есть, то есть. Я расслабляюсь. Что уходит, то уходит. Что приходит, то приходит. Я всегда имею дело с тем, что есть, а не с тем, что будет. Если есть что унизить внутри меня, это будет унижаться всегда. Я ни ниже, ни выше. Когда мне что-то не нравится, я говорю «нет» и иду своим путем. Любовь – это то, что находится внутри, а не снаружи. Необходимо открываться. И я даю волю своим чувствам. Я люблю, и этого для меня достаточно. Я живу в мире, где все пронизано любовью ко мне. И я есть любовь.
Я отпускаю всю боль, которую причинили мне различные мужчины, женщины. Я перестаю цепляться за нее и смаковать ее. Я открываюсь мужчинам, женщинам и впускаю их в свою жизнь. Я открываю все новые и новые привлекательные черты в людях для себя. Мне пора перестать купаться в жалости к себе и взять ответственность за свою жизнь на себя. Я отпускаю чувства одиночества и отверженности, которые меня преследуют с детства. Я выбираю быть людьми, поэтому я первый, либо первая, делаю шаг им навстречу. Подхожу и заговариваю, звоню, захожу в гости. Я чувствую стену между собой и миром и, переживая ее, отпускаю. Я перестаю ожидать благодарности и любви в ответ на то, что я делаю людям и близким. Я все делаю с любовью, а люди вольны поступать так, как им кажется правильным. Мои творческие действия – это один из способов получить удовольствие, наслаждение от жизни в этом мире. Я открываюсь жизни, я действую легко, как могу на данный момент, и набираю положительный опыт. Если надо, я иду учиться, чтобы овладеть тем, чего не знаю. В этом мире все мы связаны друг с другом, поэтому все, с кем я встречаюсь, поддерживают меня, даже если мне кажется, что это не так. Я отпускаю свое недоверие к людям. Преграды, которые я вижу вовне, это стены внутри меня. Это стены, которые я собственноручно когда-то возвел между собой и людьми. Я иду в эти стены, ощущаю их и, переживая, отпускаю. Я не терплю насилия над собой, следовательно, и люди не любят этого. Я расслабляюсь, я уступаю, я принимаю другие точки зрения, это безопасно. Цель, к которой я иду, можно достичь разными путями. Я внимательно выслушиваю советы. Сила со временем переходит в слабость. Слабость в силу. Все меняется. Каждый человек – это вселенная. Впуская в свою жизнь других людей, я обучаюсь неизвестным мне вещам, и я расслабляюсь. Внешнее равно внутреннему, следовательно, мы все связаны друг с другом. Мое выживание и преуспевание всегда связаны с другими людьми. От всех не отгородишься, всех не переконтролируешь. Я расслабляюсь и доверяю себе и жизни. Я открываюсь людям и действую в этом мире, советуясь со своим сердцем. Сейчас зазвучит мантра, которая поможет раскрыть четвертую чакру. Хорошей работы над собой! Yum, yum, yum.
Ям, ям. С вами была Юлия Жукова.